На площади около кинотеатра «Искра» работает ярмарка, на которой любой житель города может найти что-то полезное для себя. Здесь представлен широкий ассортимент – от одежды и обуви до товаров для дома и продуктов питания. Например, мед самых разных сортов. Мы приехали из города Барнаула, привезли мед алтайский, соты, прополис, перга, пыльца. Чтобы выбрать мед по своему вкусу, перед покупкой его можно продегустировать. Есть? Сейчас очень много медов какими-то добавками. Там шоколадные какие-то, ягодные. То есть у нас это все натуральное. Да, это вот я такие не люблю. А это как бы более натуральное. Накануне нового учебного года у родителей не должно возникнуть вопросов, где и как собрать ребенка в школу. Ответы на них находятся прямо здесь, у кинотеатра «Искра» в самом центре города. За рюкзаками, школьными тетрадями, канцелярскими принадлежностями не нужно специально куда-то ехать. Кроме того, на ярмарке представлена литература для младшего школьного и дошкольного возрастов. В основном московские издательства и издательства Белоруссии. Детские книги, развивающая литература для школьников, для детей подготовительных групп и вот для детей, которые сейчас пойдут в первый класс. В соседнем торговом павильоне расположена одежда высокого качества. Особым спросом она пользуется у пенсионеров, так как цены приятно удивляют. Головные уборы, пожалуйста. Бейсболочки, панамочки. Все по нормальной цене. Сезончик закончится, можно купить по нормальной цене. Конец сезона, большие скидки. Так что приходите. Рядом большой выбор овощей, фруктов, орехов и ягод. Видновчанка София Акуева вместе с мамой пришла на ярмарку за покупками. Мне больше всего бы хотелось здесь купить, наверное, голубику. Почему? Потому что голубика полезна для зрения, еще она очень вкусная. Сразу на нескольких витринах лежат мясные и молочные изделия, привезенные из разных уголков России и Беларуси. Пользуются спросом и баварская колбасочка, и докторская, и телячья с язычком, сардельчики, и георгиевская, белорусская, говяжье рубленое мясо есть, деревенское рубленое мясо. У нас очень хороший выбор. Во многих палатках есть полезные мелочи для дома и хозяйства. Еще на ярмарке можно приобрести очки, как для защиты от солнца, так и с диоптриями, согласно медицинским показаниям. Очки есть от плюс 0,5 и до плюс 12, и от минус 0,5 и до минус 16. Есть и центровка стандартная, есть центровки и нестандартные от 58 и до 68. Ярмарка в центре города уже давно стала традиционным местом, куда видновчане отправляются за теми или иными покупками. Работа торговых рядов находится на контроле у администрации округа, чтобы обеспечить безопасность жителей. Периодически мы, скажем так, вместе с отделом торговли проводим какую-то профилактику по улучшению и условий, и следим за качеством товара, смотрим, то есть, чтобы все это продаваемое было надлежащего качества, ну и, в принципе, условия торговли отвечали всем санитарным нормам и безопасности в сегодняшних условиях. Успейте посетить ярмарку. Она работает до 30 августа. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Хорошо, чтобы...